Привет всем, с вами я, Гога2110, и это у нас новая рубрика «Делаю скин одного цвета». Поехали! Итак, ребят, сегодня я буду делать скин зеленого цвета. Ну что ж, с чего начнем? Мы начнем с поверхности. Я возьму себе волосы. Какие у нас есть зеленые волосы? Хочу грин какой-то, например, грин, да. Гриндермен. Крипермен. Так, ну это у нас тут полузеленое и полукрасное. Тогда, ребята, мы потом возьмем зеленую шапку. Heads. Green. Хочу какой-то green взять. А тут зеленых, в принципе, нет ничего. Печалька. Ну нет, посмотрите, это еще что? Я думаю, нам это подойдет. Так, ну тут больше ничего зеленого нет. Значит, возьмем вот это. Вот это. Это я с Секханта приобрел. Блин, ребят, мне как-то стрёмно стало от этого костюма. Понимаете? Так. Давайте какую-то зеленую футболку возьмем. Например, такое. Или такое. Давайте такое. Это вообще класс. Вообще класс. Посмотрите. Крутость. Крутость. Давайте это возьмем, а штаны? Со штанами что мы будем делать? Штаны зеленые я встречаю вот такие вот. Какие у нас... О, вот это зеленые штаны, да. Вот это. Шампунь на ногах. Так. Где тут? Еще кое-что должно быть. Зеленое. Грин. А больше зеленого ничего нет. Кстати, а тишерт. О, вот оно, зеленое. Зелененькое. Не, оно тут вот прям в черное будет сливаться. Да и в принципе, все тут в черное будет сливаться. О, вот это я покупал. Вот это, наверное, есть. Где-то должно быть. Так, зеленое. Вот это зеленое. Нет, это портит. Это все портит. Ладно, вот это зеленое возьмем. А, что дальше? Давайте возьмем очки себе зеленые. Очков даже не видно. Ребят, давайте что-то уже другое. Ну, по головам возьмем. Ну, тут. Вот оно! Вот это я нашел зеленое. Вот это лучше. Вот это лучше. Вот эта штучка лучше. И оно не портит ничего. Давайте возьмем. Что мы еще возьмем? Так, нек. На нек аксессуарс. И на нек аксессуарс у нас когда у нас как раз есть зеленый медальон. Тут у нас, в принципе, ничего зеленого такого нет. Да, тут нет ничего зеленого. Давайте фронт. Что фронт? Фронт это у нас только фиолетовое. На фиолетовое видео фронты подойдут. Так. И тут, что ли, ничего зеленого нет. А вот выисты. Выист. А, вот он. Ну, это для разноцветного подойдет. Ну ладно, ребят, вот тут вот и зеленый цвет есть, так что для зеленого цвета, я думаю, нормально. Так. А тут у нас что зеленое? О, вот это зеленое! Вот это классная штучка. Так, а что тут? Вот головы это все понятно. Фейс. Вот зеленое лицо. У меня лиц никогда зеленых не было. Вот, например, с зелеными глазами, понимаете? И. О, вот оно, еще зеленое. Вот это. Но это как-то упорото выглядит. Вот, прям голова вся зеленая. Это еще круче. Но тут больше я ничего зеленого не вижу. Тогда давайте возьмем вот этот скин. Итак, ребят, вот так вот у нас выглядит зеленый скин. Ну что ж, ребят, давайте его протестируем. Итак, сейчас мы проверим мой скин. Посмотрим, какой он. И вы оцените. Так, ну что ж, выходим прямо на улицу. Мне ничего синего такого вдобавок не нужно.
Так, и вот прям мой плей зеленый весь. И это прям мир для зеленого. Вот, это мой скин одного оттенка. Единственное, что руки, но это надо было покрасить свой скин. А это, в принципе, изи. И можете у себя воображение произвести. Но зато у меня голова зеленая. И вот это уже круто. Ну, в принципе, скин ничего. Вот можно и анимацию добавить, но это просто на свой вкус. А так... тоже, в принципе, нормально. Я не знаю, что сказать. Давайте вот лампу возьмем. Так. Она вообще включается? Да, включается. Тут где-то дыра должна быть в этой горе. Сходим туда. Освещай давай. Освещай. Я тут весь такой яркий. Куда мне пойти? Сюда? А, сюда вообще прохода нет. Ой. А, это выход из дыры. Я заблудился. О, это что? Так. Ну-ка. О, я нашел клад. Не, подождите. Подождите. Теперь нам надо выйти. Вот он, выход. Без лампы обойдусь. И мы получили вот эту пружинку. Мы теперь с помощью ее очень быстрые. Да, вот. Это типа еще плюс обзор моего плейса. Плюс обзор моего плейса. Так, вот тут у нас что-то недостроено. Надо достроить. Так, тут можно посидеть немного. В принципе, дверь, которая ведет в никуда. Да, это тоже очень круто. И вот. Это огонь, пацаны, это огонь. Помогите, я горю, я горю, я горю, я горю, я горю. Зеленый человек горит. Ну, типа, знаете, ребят, мне что-то это напомнило про Халка. Знаете ли, ну, вот на Халка похоже, особенно по голове, посмотрите. Реально лицо, как у Халка. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео и этот скин, то подпишитесь на мой канал. А с вами был я. Гого 22.11.10. И всем пока-пока. И всем удачи.